Результаты выборов, они показательны. Если говорить о выборах главы региона, то более 78% проголосовали за Дениса Владимировича. И это показывает серьезное доверие. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин одобрил выдвижение Дениса Владимировича на второй, выдвижение выборы и на то, чтобы он работал второй срок, и сказал, что все зависит от оренбуржцев. Оренбуржцы высказали свое мнение, и мы видим, что действительно, на наш взгляд, таким образом была оценена работа Дениса Владимировича на этом важном и ответственном посту. Следующие 5 лет мы уверены, что еще больше динамика развития Оренбургской области мы увидим и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в различных сферах, и в здравоохранении, и культуре, и образовании. Из ключевых задач и целей мы понимаем, что национальные цели, определенные президентом России, есть и будут в приоритете развития экономики, развития промышленности и сельского хозяйства, и самое главное – условий труда и жизни людей. Завершение работы связано, соответственно, с устранением последствий паводка и выплатами. Мы об этом информируем, безусловно, жители. Вы нам помогаете, присутствуете на правительстве. Мы достаточно четко понимаем, как мы движемся, и обязательно будем решать эти вопросы. Более того, нет сомнений, что мы их обязательно решим. Потому что мы понимаем, что делать, как делать. Наверное, хочется и мне чуть побыстрее, но это есть определенные объективные причины, но тем не менее, это вопрос один из приоритетных, который мы будем, безусловно, решать. То специальная военная операция и все, что связано с ней, как работа оборонных предприятий, конечно же, это семьи, да, поддержка ребят, участвующих в специальной военной операции. Ну и, конечно же, это все, что касается жизни в Оренбургской области. А здесь нет мелочей. Да. Доходы, заработная плата – один из важнейших вопросов. Инвесторы, новые предприятия, рабочие места – важнейшая составляющая. Строительство жилья, комфортная городская среда, благоустройство, дороги, медицинские учреждения, ремонт, образовательные учреждения. На это, на все, безусловно, есть определенный и запрос граждан, что абсолютно справедливо и правильно. С другой стороны, мы видим, как у нас решение этих вопросов вместе со всеми получается.